Добро пожаловать! Сегодня у нас Айзек, но не Марио. Сегодня мы будем смотреть на интересный мод, где мы можем таскать боссов за собой. То есть по подвалам, по этажам, при сражении и так далее. Я так хочу верить. В общем, в левом верхнем углу у нас есть покебол. Ну, что-то такое подобие, да, какое-то. Получается, мы берем, бросаем, хватаем босса, и потом его уже воспроизводим на любом уровне. Вот как-то так. Давайте попробуем. Я не запускал, я вот только запустил первый раз. Играю вместе с вами. Давайте посмотрим, кто у нас будет сегодня. О, так, это у нас кто? Это у нас Duke of Flies, да, по-моему? Сейчас так, как это делается. Ну-ка, проверим. Так. Во, поймал. Поймал, поймал. А, почему шар исчез? А, ну, видимо, так надо. Хорошо. Поймали. Повелитель мух. Теперь спид плюс шот спидап. И нам нужно теперь заработать две ячейки энергии, чтобы его воспроизвести. Я так думаю. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Так, простой подвал? Простой подвал, отлично. Идем. Сражаемся в простых комнатах. А, ну да. Нам даже сразиться не дали. Может, здесь сразиться? И здесь мы не сразились. Так. TNT. Ага, спасибо. Бомбочки. Вообще отлично. Хорошо, здесь, наверное, что-то спрятано. Сейчас попробуем. Вот так расставлю по цепочке. Эти бочки сдвигать мы не можем никак. Во. Угадал, угадал. Монетки. Reward got cancelled. Угу. Спасибо. Видимо, я настолько удачливый, что просто разорвало все. Хорошо, теперь нам остается что? Нам остается воспроизвести, раз уж мы поймали его. Давайте проверим. Давайте сходим проверим в какую-нибудь комнату большую. Вон там есть комнаты на примете большие у нас. Вот сюда сейчас сходим и бросим. И посмотрим, как это будет работать. Чпук. Сработало, нет? Эй, эй, босс. О, вот он. А он кого атаковать будет, меня или их? И чего? Эй. О, мне урон не наносит. Во! Он, получается, их валит. Смотрите, смотрите, как круто. Во-во-во. Вещь, скажу я вам. Надо еще будет накопить, наверное, или в магазине купить батареек. А можно несколько, интересно, боссов таскать за собой? Вообще было бы круто, конечно, такой вооружился монстрами и пошел. Боссами именно. Не какими-то каличами, вот этими мухами там, паучками, блохами, там, еще мало ли чем кем. А меня... Мне не наносит урон мухи? Так я защищен. Обалдеть, вот это вещь, вот это я понимаю мод. Вот теперь можно проходить все, что угодно, когда угодно и где угодно, да? Да, вот это, а он со мной перемещается? Да. А. Так, спидс плюс рейндж ап. О, как глючит все, мух-то сколько. Игра бы не вылетела с такими темпами-то. Я, конечно, все понимаю, что весело, но... Мухи что-то вообще лютуют там, смотрите. Они медленные, но их много. Так, ладушки, пойдем сходим. Так, ключей нет. Ключей нет, но это, наверное, не проблема, я думаю. Бомба есть там. Сейчас мои мухи сдохнут все. Бэм. Надеюсь, что нет. Хорошо, может быть... А, у меня батарейка есть, все. Вперед тогда. Я сейчас подумал, что у меня батарейка нет. Я увлекся до такой степени, что забыл про батарейку. Есть, босс сюда приходит? Приходит! Ну что, какашка, давай сражаться, какашка. Или может тебя с собой взять, какашка? Взял? Я не знаю. Наверное, взял, сейчас проверим. Воу, что-то я напугался аж. Фу. Так, ну что, давайте тогда пойдем глубже. Нифига себе, как это работает? И он locked if. Спасибо большое, я в курсе. Вижу. Так, хорошо, нам нужно две опять ячейки энергии, и тогда будет еще больше веселья, еще больше веселья. Мы сможем выпустить Дигла. Ей. О, спасибо. Ну-ка, пробуем. Так, как там это делал? Так. Чпунь, ты меня не ранишь? Не, красава. Ну все, пошлите. Теперь вот такой вот кучей мразоты мы пойдем дальше гулять. Ну-ка. Ей! Мухи полетели, мухи работают. Не совсем, конечно, они как-то так слабенько работают, да? Но что-то там летает он. Что-то там летает, разбирается все-таки как-то.
Ладно, это здорово. Надо на суше попробовать. Надо опробовать на суше все это дело. У меня сейчас жизнь кончится, я вообще помру, походу, да, здесь? Во оно что. А что мои мухи ничего не делают? Я сейчас помру же, ну. А, во, у меня еще есть красные сердца. Ну, что-то они делают, конечно. Надо будет еще третьего босса себе поймать какого-нибудь. Тогда, может, будет тогда порядок какой-то будет у меня. Организовано все будет, может быть. Так, еще подкопить надо, да? Ёк, я сейчас помру. Ребята, ну поактивнее, пожалуйста. Я же помру сейчас с вами, действительно, здесь. Ну, пожалуйста, осторожно. Можно идти-то? Можно. Так, у меня сердце кирдык. Магазинчик сходить. Что там есть-то, покажите хоть. Вау. Так, энергия есть, все, энергия у нас есть, но у нас нет здоровья. Вот проблема, вот лазарь. Все, у тебя не будь здоров. Поточнее, пожалуйста. Во, спасибо. Так, может здесь что-то будет? Не, ничего. Хоккей. Окей. Ребят, полетели? Полетели. Так, а где... А, дюка все слили, получается. Что-то быстро как-то. Дюка слили. Ну ладно, у нас, если что, есть еще один босс сейчас на присмотре. Давайте попробуем его взять. Так, попробуем. Взяли. Подожди, не стреляй, HP up. Бандажик. Ага, нам нужна энергия теперь. Чтобы все достаточно красиво сделать, нужна энергия. Где ее взять? Может быть, внизу будет. Ну, круто, скажу я вам. То есть, о, урон не проходит. Это радует. Гача! Опа! Да. Энергии, конечно, да. О, ребзи. Ага. Так. Ключей нет, что ли? Есть же ключи. В чем проблема? А, какашка осталась, наверное. Подождите, я что-то понять не могу. А, вот, да, какашка осталась. Какашки что-то как-то по мне не особо хотят дружить со мной, да? То есть они меня атакуют почему-то. Ладно, здесь не помру. Эй, осторожно. Осторожно. Ребятки. Все, отлично. Two of diamonds. Так, хорошо. Идем дальше. Забавно. Забавный модец, забавный. Так, ну нам нужно в магазин прикупить барахлишко какого-нибудь. Тогда, может, порядок у нас будет. Что-нибудь ценного найдем там. Что у нас здесь? Гады качмау. Так, нет, не надо. Батарейка есть. А мы поймали же, получается, да, его уже? Ага. Мы его уже поймали, поэтому сможем сейчас воспроизвести смело. В другом подземелье. Так, попробуем. Надеюсь, он не помрет быстро. То будет обидно. Во, а он меня будет атаковать? Не, вроде нормально пока. Хорошо, пройдемся. О, вроде не задевает, нормально. Прикольная штука, боссов-то ловить. А кто меня? Вот это косяк. На его водичку наступил и помер. Печально. Ну что ж, вот такой вот кратенький смотр мода. Catch Boss. Так называется. Что ж, всем хорошего настроения. Если вам понравился данный выпуск, если вы хотите посмотреть на других боссов, то пишите ваши отзывы, пишите комментарии. Обязательно что-нибудь придумаем. Найдем какого-нибудь супермонстра, что-нибудь еще лютое. Может быть, мамашку затащим, может быть, дьявола затащим. Да мало ли, вариантов много. В общем-то, всем хорошего настроения. До новых встреч и пока-пока.